Накануне глава региона Александр Осипов провел экстренное совещание по вопросам ликвидации ЧС в связи с появлением вируса африканской чумы свиней. В ходе встречи губернатор указал на слабые стороны по информированию местных жителей и попросил срочно разобраться со стоимостью компенсации для пострадавших. В этот же день под контролем руководителя Государственной ветеринарной службы Андрея Лима в присутствии представителей администрации Читы, Россельхознадзора, ГО ЧС, пожарного наряда и сотрудников полиции карьере недалеко. Далеко от свалки твердых бытовых отходов было сожжено более 1000 изъятых животных. Сжигание производится в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и соблюдением техники безопасности. Данный объект находится в оцеплении, работают сотрудники полиции и МЧС. За 1 килограмм изъятой свинины домашнего убоя Государственная ветеринарная служба края выплатит читинцам 294 рубля. За компенсацией уже обратилось около 40 жителей города. Чтобы получить выплату, необходимо заполнить заявление, приложить к нему копию паспорта, реквизиты для перечисления денежных средств и акт изъятия по адресу улица Амурская, дом 13. Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 16:00. По вопросу африканской чумы свиней и выплате компенсации следует звонить на линию по АЧС 23 06 64 23 06 63. Анна Бородина, РТК, Забайкалье.